Всегда хотел узнать, что с ним стало. Стой! Фафнир? Который из склада Фафнира? Он самый. Синдри сказал, что он был гном. Так и есть. А теперь он дракон. Забавно все вышло, да? Он дракон. Ну что, поищем связующие алтари и освободим беднягу? Да, парни? Ничего себе! Как твой друг стал драконом? Он мне вовсе не друг. Этого гада ненавидели все, как ваны, так и асы. Так зачем вызволять? Брат, поверь, недавно освобожденным. Никто не заслуживает такой участи. Даже алчный гном-дракон. Пойди сюда. Кто это написал? Ответил на вопрос, голова. Как этот гном стал драконом?
Точно не знаю, но, по-моему, это связано с его привычкой красть магические артефакты. Наверное, стащил что-нибудь не у той богини Ванов. Вот так, мелкий уродец. Ты свободен. Ну, он стал драконом, а характер не изменился.